Дай микрофон выключи. Боже, милости будь мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть всякого истину блажить тебе, Богородицу, пресноблаженную при непорочную, Матерь Бога нашего, честнейший Херувим и славнейший, воистину Серафим, без исцеления Бога Слова, родившую и сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради пречистой Твоей, Матери, силы честного животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй и спаси нас, яко благ еси человека любес. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного, помилуй. Это семи поклонный начал. Три поклона, последние почему-то не считаются. Вот. Перед началом, после этого молитвы, я немного ознакомлю с житиями святых. Жития святых – это 12 томов, которые составил Дмитрий Ростовский. Поэтому я на них составлял симфонии, но мне из них известно многое, и поэтому хочу других, чтобы ознакомить. Пройтись, я выделил из них 60 житий, ну, чтобы видно было, как молились люди, потому что, ну, ссылаться на Библию необходимо, это главное, но на Библии все не закончилось, жизнь церкви продолжается. Если по Библии только брать, отвергнуть предание, мы остались без наследия, нигде мы не увидим, чтобы апостолы крестились рукой, нету того, что крестят детей, я говорю про православных. Другие на другое укажут, скажут, у нас вот это откуда взято. Вот 13 сентября, это по старому стилю. Я стою перед своим этим экраном здесь и заранее приготовил. 13 сентября по старому. Корнилий. Людей, любого спроси, а кто он Корнилий? Знает сотник Корнилий. А он не один был. Молитва своими словами. Которые люди не православные, а разные сектанты, они молятся только своими словами. И упрекают православных, что вы не знаете, только молиться-то не умеете, а только что по книжечкам вам надо, что написано. Ну, правильно, нас не научили, надо учиться. Он не означает, что они, если не знают, как своими словами, в один день научатся. Своими словами просто обращаются к Богу. Господи, дочка заболела у меня, помоги или... Сына взяли в армию, как бы его там ни захлестали. Помоги. Все, молитва кончилась. Молитва так очень короткая. Господь тем более указал, сильно-то не расползаться в молитве. Но и своими-то словами сильно не разгонишься. Мы вот часто посещали баптистов, сектантов других. Молитва-то заученная. Молятся разные люди, а одни и те же молитвы там. Какое-то слово только выпустит. У нас молитвы составлены очень глубокие, как говорит об этом Феофан Затворник. В наших молитвах все. И проповедь заложена, если бы мы понимали их. Понимали их? Маленько попроще только чуть сделать. Их надо перевести на русский язык, все молитвы. Это Феофан Затворник говорит, сегодня-завтра, все, нам некогда или боимся. И поэтому люди идут к простому, более, ну, понятному для них, как у сектантов. Они просто... Но и они составляют тоже разные песенники. Заранее составленная песня поется лучше, чем сходу ее. Вот я что вижу, то и буду говорить. Не так.
Дальше, 23 сентября. По старому стилю это все. Иннокентий Московский. А кто это такой? Вениаминов фамилия его была. Он задумался о том, ну а почему северные народы у нас в нашу империю входят? Империя, это слово империя, никогда не было у Чечни, там у поляков. Империя, это значит за большие территории и многие народы. По праву такое название у Московской Руси было. А вот на север поехать, на как поедешь, когда жена, ребятишки, то... Внезапно жена заболела и умерла. Препятствий нету. Ну вот, теперь, ну кто-то там с детьми остались, все. И он добивается того, как священник, поехать на север. Никто не знает, что будет. Вот о нем много, по другим там именем написано у Лескова Николая Семеновича, у писателя. Как он проезжает. Я, говорит, как куколка завернута, как мумия. И, ну, чтобы ветром его не обдувало сильно, холодно же. И на собачьих упряжках его везут. По северу, по всему. Речь идет о тысячах километров. Вот это настоящий поехал миссионер. И он обращает северные народы. Это просветитель северных народов. Говорят, а много ли такие, которые как апостолы были? 5 человек за 1000 лет. Я знаю, там были и другие, но известные где. А кто такие? Степан Пермский. Пермякам проповедовал. Дальше. Вот Николай Иннокентий. Потом он станет митрополитом московским. Иннокентий, фамилия Вениаминов. Можно запомнить. А еще кто? Николай Касаткин, просветитель Японии, точно так же. Приехал, там несколько лет жил, изучал язык японский, обычаи их, и перевел Евангелие, богослужение на японский язык. Это очень-очень трудно было переводить. Кое-что сначала на китайский надо было, а потом с китайского на японский. Ну, просто надо в этом зарядить в интернете, ознакомьтесь с их биографиями. Вот считайте, сколько я назвал? 3. Вот. Теперь, Макарий Глухарев, архимандрит алтайский наш. Он тоже, это все канонизированные люди. Им молиться можно. Он работал среди местного населения. А что делал? А ничего не делал. Что он убирал в юртах их, где что-то помогал, лечить. Обязательно нужно быть врачом, хоть немножко что-то знать. Они-то вообще ничего не знали. Порезали где, сразу плюнули, землю посыпали, растерли и все. А хотят делать надо наоборот. Вот. И когда начинаешь смотреть, то совсем почти никого и нету. А остальные-то занимались что? Богослужение, богослужение, литургия, богослужение, требы какие-то. И вот Иннокентий Московский. Стали ходить к нему люди. А почему стали ходить? У них был шаман там. И этот шаман, необыкновенный был шаман, он не знал ничего о Христе, а ему являлись ангелы. И эти ангелы сказали, вот приедет такой-то с бородой, с такой длинной, и он будет вам говорить. Это Бог послал их. Бог, это от Бога. И люди уже приготовлены были. Его потом расспрашивали, а какие они ангелы. Он рассказывает, все сходится. Он где-то там на острове, что ли, жил. Предсказания его сбылись. И вот он говорит, при службе... Ну, у них-то там юрты, на полу снег. Они стояли, и под ногами там протаивало. Не озирались. Можно было по следам узнать, сколько было человек на молитве. Сравните, как у нас. С места на место свечки купить надо. Ноги подгибают, как вот, ну, коленка согнет, потом прямо согнет, опять прямо стоит. Этого нельзя делать. Это на часах, смотрите, как перед знаменем военным стоят. Там, я уж по мавзолею не буду говорить, там, глазом лишний раз не моргнет. Вот это молитва напряженная. 23 сентября Иннокентий Московский. 25 сентября Сергий Радонежский. Ну, Сергий, это имя ему там потом дали. Он Варфоломеем его звали. Ему тоже были такие хорошие явления, когда он пошел лошадей искать, куда лошади ушли. И в это время видит какой-то инок стоит в черной одежде-то. Ну, нас-то увидел как? А, монах в синих штанах там. Он подошел, благослови, отец. Он его благословил там, просто руку дал. Ну, и все бы, иди, нет. А вы к нам придите домой, у меня тятя с мамой там, их благословите, там братики у меня есть.
И дальше вот все разовьется. В ребенке это заложено. Говорят, дети такие, дети-то не такие были. Вот сегодня одного найдите, такого Варфоломейку. Чтобы он заботился о спасении ближних. Ничего, играть, бегать будет, и в портфель забудет где-то вместо ворот при футболе. Никогда не позволял себе сесть, опереться во время богослужения. А у нас так, здоровый, крепкий мужик. Кто меня слышит, знает это где-то. И вот начинается не проповедь, ну как проповедь, считать Иоанна Златоуста-то. Малые дети, ну ясно, устают-то. Здоровый идет через все пространство церкви, ищет, где сесть. Нету, пошел в коридор сесть. Зачем? Это такое вот расхоложенное состояние. У нас в деревне старейшая, это 90 лет, Серафима Гавриловна. Ее никто ни разу не видел, чтобы она сидела. Никогда. Она бывает и больная, там, и недомогающая. Никогда. Это как себе заложишь, то под старость и будет. Так и будешь сидеть. А иные в храм приходят, чтобы отдохнуть. Работает, как трактор на огородах, там, на поле. Как в храм зашла, стадо упала, глаза зажмурила, спит. Сказал, сразу выскочила, где-то стоит уже не на... То есть веры-то нет никакой. Рожденный свыше, он живет другими уже канонами. У него знает, что перед ним Бог и я. И нам встретиться придется лицом к лицу на суде Божьем. Никогда не позволял себе сесть, никогда. И опереться во время богослужения. Ни об стенку, ни наклониться, нигде. Вот услышал и взял себе. С места не переступать. Вот узнали, от кого-то Иннокентия. Иннокентий, моли Бога обо мне грешным. Вот. Еще 26 сентября Иоанн Богослов. Когда волк Кинопс, это имя звать его, погрузился в море, околдовывал народ там, из воды выводил утопших. Они говорят, у меня отец утонул, я выведу, сейчас нырнет, долго нет его, сейчас два из воды вылазит и отца подводит, вот твой отец, поговори с ним. А на самом деле это демон, никого не могут явиться. И мертвые там являются где-то демоны, а вот почти 100%. И волк Кинопс погрузился в море, обольщая народ, чтобы не допустить людей до слушания проповеди Иоанна Богослова. Иоанн Богослов стал молиться так. Двоеточие, кавычки открыты. Да не будет жив Кинопс! Да не будет жив Кинопс! И тот уже не вышел из моря, погиб. Море только закипело как будто, и все. Бесы его бросили, не могли больше держать. Они его всяким поднять, воздух могут поднимать, как Симона Волхва. 18 октября. Какая сила молитвы, говорится. Одни не садятся, другие не обладают. Это молитва. Она должна быть пламенная. 18 октября. Иулиан. Он сам и многие молились о низложении Юлиана Отступника. Император такой был. Отступник с большой буквы. И во время их молитвы прозвучало с неба. Нечистое и мерзкое животное погибло. И сегодня только скажи такое, вот люди, которые приходят, там хулят, там церковь кидают, да это как хуже собак. Что вы? Бог всех любит, любисты. Бог всех любит. А откуда это нечистое и мерзкое животное погибло? Бог всех любит. А погиб до одного человека, кроме как 8 человек семейства было во время Ноева потопа. А погибли-то и младенцы, и животное. Кто погубил? Бог, которому имя любовь. А когда Содом погиб, содомиты, все эти геи погибли. 7 городов погибло. С детьми вместе сгорели. Кто погубил? Не человек, атомной бомбы не было еще. Бог, имя ему любовь. И мы должны так и знать. Бог ненавидит грешника. Он истирает его. И какого? Он любит Бог кающегося грешника. Сатана это выбросил. Абсолютно все сектанты говорят. Бог грех не любит, а грешника любит. Как будто бы грех где-то в отдельном ведре лежит. Ну, глупости совершенная. И во время их молитвы прозвучало с неба. Нечистое и мерзкое животное погибло. Вот Сталин, там Гитлер, все мерзкое, нечистое животное. И 21 октября Илларион Великий на молитве задумался. Ну, бывает же так. Был юродивый, там Василий Блаженный, а Иван Грозный там молился. Вот такие люди бывают.
Но он молился. А он подошел к царю и говорит, царь-то, говорит, много народу в храме было. Он говорит, полтора человека было. Полтора. Один молился всю службу, а другой до полслужбы. Он говорит, и кто до полслужбы молился? Да ты, царь. А ты потом думал, как на Воробьевы горы, тут кирпич завести, известь и прочее. Он говорит, правда. Ну, еще дальше спрашивать. И вот Иларион Великий на молитве задумался. На чем не написано. Бес тут же вскочил на него и ударил ногами его по бокам. Ну, как люди друг на друге ездят, когда на спину скачет. И вскричал, ну что, овса захотел. Овса, потому что он называл сам себя ослом. На минутку, как на молитве задумался, все. Обычная молитва тогда был, изображая собой крест, так поднимали руки на молитве. Вот так в сторону поднимали, а потом стало так поднимать кверху, поднимая руки без гнева и сомнения. Относительно поднятия рук нигде во всей мировой литературе я не нашел, чтобы закреплено было. А молились, распростираясь крестообразно, были, ложились в таком положении, были поднимали руки стоя или на коленях. Или просто стояли, молились. Просто с опущенными руками только одна икона есть. Это Елисавета Канонизера, сестра последней царицы Александры Федоровны. Почему-то руки крестообразно складываются на руки. Так это старообрядцы так молятся. Интересно. Так старообрядцы это то самое православие, которое князь Владимир принес. А стало, перевернулось у людей все. Вот немножко я постарался ознакомить, быть напряженными на молитве. Ну, можно еще два взять жития. 6 ноября Лука за ночь прочитывал псалтырь. Поставил правило не выходить, не прочитав правила. Какое утреннее правило? И 9 ноября была Феоктиста. Вот ее мы как раз закончим сегодня. На острове жила одна, молилась, подняв руки. Просто подняв руки. Видите как? Подняв руки, благодарила. Павел говорит, желаю, что на всяком месте молились мужи, подняв руки, без гнева и сомнения. Без гнева и сомнения. Вот главное это. Ни на кого не гневаться, не было сомнения, что есть Бог, и ты предстоишь перед Ним, и Господь слышит тебя. Одна. Ну, все это уже доказано, что надо идти и благовествовать миру, не прятаться где-то. 9 ноября по старому стилю. Все. Потом в конце я еще немножко какие-то сведения дам. Я не могу земные поклоны где-то делать, больше там 10. У меня позвоночник сползает после операции. А смотрите, если вот видно, Володя, когда кланяется, когда только крестное знамение, без поклона. А вот верую, когда начинает церковь петь, просто перекреститься без поклона. А поклон делается в конце, когда пропоют. И жизни будущего века, и поклониться. Нужно знать. Хотя бы раз увидеть. А кто не знает, как правильно, где поклоны делать, в Москве около храма Христа Спасителя, на этой стороне канала, ну, метров 250, там храм на Берсеневке Никола называется, видно купола. И там игумен Московского патриархата, игумен Кирилл Сахаров. У него все идет по старому обряду. Все, там патриарх приезжает, служит, и это не единоверческие. Когда бы там ни приехал, у меня сразу одевают подрезник там, или что там требуется, стихарь какой, я выхожу, у них проповедую. Там есть чему поучиться, там крестят полное погружение. Недавно по старому обряду полностью всю службу провел Иларион Алфеев, правая рука патриарха Кирилла. Ну и, конечно, этот Кирилл Сахаров там был. Но человеку знания, вот это минимум знаний, которые нужны. За молитву святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, не коли же благое сотворив пред Тобою, но избави меня от лукавого, и да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наше.
Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаем Те блаже, ангельскую песнь вопием Те сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигни си, Господи, умы, просвети и сердце, с ним и отверзли, воеже петь Те, Святая Троица. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, ико и гож за деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, а кому героя Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивого и грешного, не погубил меня со беззаконием моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащего воздвигал меня еси, воеже утренне славословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, получайте со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою. И пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Цареве и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Двадцать седьмой псалом. Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему. Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздаем по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздаем, отдаем заслуженное ими за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его. Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь — крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю песню моею. Господь — крепость народа своего, и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ твой, и благослови наследие твое, спаси их, и возвышай их вовеки. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его,
Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Глаз Господень над водами. Бог славу возгремел. Господь над водами многими. Глаз Господа силен. Глаз Господа величествен. Глаз Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские. И заставляет их скакать подобно тельцу. Ливан и Сирион. Подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса. И во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ своим миром. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорю в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, и Господь Иисус Христос по своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многих щедротов излечены милости. Ибо Ты сказал, что верующий меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебе спасает отчаявшийся, то верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера да будет прежде всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да я причастника славы той вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что отторг меня от Твоих рук и ограды, ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очрев матери моей. Сподобай меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил Ты свой тайный грех, и чтобы снова потрудиться для Тебя,
без лени, усердно, как прежде потрудив сатане прельщающему. Особенно же, потружусь для тебя Господа и Бога моего Иисуса Христа во все дни жизни, ныне всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня все преобладание этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедного души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного несчастного раба твоего уныние, забвение, неразумие, нерадение, удовицы скверные, лукавые, и хульный помысл и закаленное мое сердце, и помраченное ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я у Бога несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебе благословляются роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир Надежда, мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родила си Христа, Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила честнага животворящего креста Господня, не оставь меня грешным, уповающим на тебя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победа на сопротивное даруй, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй Отца моего духовного, родителей, сродника, благодетеля, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агапангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амвросия, Вадима, Зосима, Липия, Андрея, Максима, Владимира, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодоры, и весь священнический и иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и дай нам еще священника, если угодно тебе. Смири власти и воинство их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. Чтобы они знали, что над ними есть Ты, Царь царствующих и Господь господствующих. Слава Тебе, Господь, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою, и для всего почти нам добрых помощников, наставников и советников. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время и приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную. И сохрани нас здесь, и селение наше, от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима.
Алексея, Иосифа, Романа, Никиты и почти добрые жители, знающих тебя, любящих уставы твои, сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину, расширь пределы наших общин, найди новые души и всех побуди на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Щада их, Валентину, Алексея, Валентину, Надежду, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Михаила, Нина. Анну, Юрия, Георгия и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины Твоей. Воззри на врагов и разруши их злые замыслы против нас, и закрой их лживые уста. И в судный день не помяни их безумие, ибо не знают, что творят. Благослови благодетелей наших, воздаем добром Елену, Евгения, Евгения, Наталью, благослови Максима Владимира. Аллилуйя! Простри руку Твою к болящим, пошли им исцеление, дай силы перенести страдания. Сергея, Алексея, Алексея, Александру, Александру, Анну, Акелину, Янилу, Миниатиру, Нилу, Валентину, Марию, Тамару, Игоря, Василия, Александру. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Ибо все свое время будет на пользу по слову Твоему. Аллилуйя! Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Аллилуйя! И наше сокровище, сайт и форум, все сохранить для пользы многих людей. Трудящихся Игоря или Дмитрия. Тимофея, Тимофея, Мартина, обрати, найди Василия, Сергея, благослови. Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Путешествующих Араиса, Льва, отступников Николая, Михаила и всех найди. Наставь на путь истины. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших, и же с верой, надеждой на воскресение жизнь вечную, родителей, сродников и всех православных христиан. Прости, Господи, ибо нет человека, который живет на земле, не согрешил бы. И сотворим вечную память и вечный покой. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче, свят, 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 Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышней Богу, на земле мир, в человека благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне святую Библию и указал на толкование святых отцов. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, сколько лет Ты хранил, спасая от видимых и невидимых опасностей и защищая. Не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам. И введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Ян Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас.
Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать и не завидовать. Не страшиться царей и начальствующих, но возвещать истину Твою, подражая Иоанну. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святитель Христов Никола, мир ликийский, чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей. Молите Бога о нас, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, и святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Усин, философ, Косьма, Демьян, Андрей, Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь наследие свое, дабы никто не принял начертания зверя. Анфиму, Вениамину, дай веру и старши родителей, заложенное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов Пощаевский, Сергий Радонежский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна, Устина. Молите Бога о нас. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их, Господи, от всяческого поругания, исправ непокоривость Галины, семейства и Евгении, Надежды, Светлана, Марии, Раисы, Ларисы, Марины, Юлии, Елену, Людмилу, Галину и Анну. И прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Боже. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящимися Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими, Владыка неба и земли, нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро всем, кто молился. Вот. Так, быстренько ставь.
Я сейчас подготавлю. Доброе утро. Мы будем с сегодняшнего дня начитывать Евангелие от Марка. То есть Новый Завет у нас весь уже озвучен с толкованием по нашему изданию Блаженного Феофилакта. И Откровение уже начитано. Вот. 123 занятия по Теряевке, которые проводили. Вчера мы закончили начитывать. Все это мы выставляем в интернете. Осталось три Евангелия. Если успеем до лета насчитать. Мы не знаем, как дело пойдет. Вот с сегодняшнего дня Матфея у нас начитано уже от Марка. Потом Луки и Иоанна. И на этом будет все Новый Завет. Там другое прилежит. Так, теперь мне надо найти, где оно у меня здесь. Вот так. Предисловие надо зарядить. Найти, где он находится. Ну давай тогда. Тут два. Так, я это отключаю сейчас, а потом заново включим.